Ну вот это река Пахра. Купаться здесь нельзя, потому что вода, как написано, не соответствует санитарным нормам. Но все купаются, всем пофиг. Купается кто-то. Ну что, расскажу пару фактов, ну может не пару, короче несколько фактов обо мне, моем канале. В общем, начнем с того, что канал мой 2013 года, уже старый, и он не первый мой канал, до этого был еще. Канал назывался Артем World Production, Артем это мой брат. Мы там снимали, ну, что-то вроде детского шоу, там, с мягкими игрушками, озвучивали их и так далее. Это было с 2009 по где-то 2015 год. Так что на Ютубе я очень давно, и при этом нифига не добился. Вот. Еще один факт обо мне, это, пожалуй, то, что меня зовут Антон, мне 31 год. Просто не любитель себе рассказывать, я даже не знаю, что сказать. А еще я учился на видеооператора и на видеомонтажера. Но, как говорится, Лена родилась вперед меня, поэтому я не очень получаются у меня ролики качественные. Я умею и снимать хорошо, и монтировать, но мне просто лень это делать иногда. Ну, я живу в Подольске, это, наверное, уже догадались, да, по видео. А, ну еще один факт, я иногда, раньше много, сейчас он все реже и реже, употребляю энергетики безалкогольные, для того, чтобы голова работала и чтобы, в общем, чтобы работоспособность была.
Да, в общем-то, и все, наверное. Больше мне рассказать о себе нечего. Вот так вот. Поэтому придется просто гулять.